В городской поликлинической больнице аппарат УЗИ появился впервые за много лет. Оборудование стоимостью почти 2 миллиона рублей приобрели при поддержке властей курорта. Просьбу заместителя главврача Елены Паркиной глава Анапы Сергей Сергеев не оставил без внимания. Все знают то, что на УЗИ нужно было обращаться в городскую больницу, где часто не получалось сортировать потоки людей. Например, на одно и то же время приходили люди, которые по талончикам идут, да, плановые пациенты, и тут же привозят на каталке. Понятно, что экстренных пациентов всегда проводишь вперед, и люди часто понимают. Но при этом сроки ожидания этого пациента, который находится в коридоре, они увеличиваются. Диагностика заболеваний с помощью аппарата УЗИ – залог выявления патологий на ранних стадиях. Елена Рагулина любит свою работу. Работа на современном оборудовании – это возможность поставить пациенту своевременный и точный диагноз. Новый аппарат Елена уже освоила. Это современный аппарат, хоть и видно, что портативный, то есть в нем есть все функции для исследования. Доплерография, энергетическое исследование – все сосуды исследуем, сердце можно исследовать, гинекологию можно исследовать, все органы. Ежедневно УЗИ-диагностику проходит не менее 15 человек, хотя аппарат может принимать до 50. Но чтобы принимать больше пациентов, нужен еще один врач. В поликлинике можно сделать УЗИ щитовидной и молочной желез урологического комплекса. Для чего, в принципе, в основном нужен это больше всего исследование? Для того, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания. И, во-вторых, мы можем обеспечивать те ультразвуковые исследования, которые нужны в наших условиях здесь на месте. Это очень удобно. Причем сделать УЗИ-диагностику в горполиклинике можно абсолютно бесплатно. По назначению врача-специалиста или в рамках диспансеризации.